там красиво очень. Да. Держи. Ну вот, бродим мы с Моной, изучаем Черногорию, окрестные красивейшие места. И вот это место просто просит, ни хрена не будет съесть, подойди поближе. Я хотела, чтобы... И вот это место просто просится, чтобы тут сделали руну мудру, чтобы я ее сделал и показать всем вам, поделиться. А вот теперь уже не важно, что я буду говорить, я просто покажу мудру, которая привязана к руне, которая будет работать. Это сохранение себя, малое, большое, внутреннее, это уже потом кто как может сделать. Она простейшая, но главная идея – это сохранение кристалла, сознание, формирование кристалла, упорядочение кристалла сознания, своего сознания, своей души. Кристалл души тоже можно помочь и оберечь этой руной. Она простая, мудра. Ромбик – это порядок. Второй вариант – вот. Третий вариант, но это уже другое немножко. Малое. Вот. Все просто, пользуемся. Добра.